звоните в диспетчерскую. Говорю вам, перезвоните в диспетчерскую. Уже это длится минут 30. Не может припарковаться. Встать на окно для выгрузки. Что, все или равнять еще надо? Ну вот, почти нормально, да? Вот теперь голову выровнять и все.
Ему бы сюда сдать надо. Что, все, Ром? Макс, нормально? Ну вот сейчас сюда он голову сдаст и все. Что, все? Ну я водитель не. Вон, две же полосы вот начертили специальный. Ну теперь голову сюда сдать и все. Да, водитель от Бога. Вроде бы все элементарно, но нет.
пиздец. Почти встал. Что нормально, Макс? Все, выровнялся вроде. Нормально. Теперь другая фура паркуется вон туда. Чуть фары себе не разбил. Все, он сейчас и будет туда стукаться. Че он рулит-то как? Вот ему-то вроде бы проще по диагонали. Все раз и все.
Давай еще 30 сантиметров. Хорош! Ему надо выйти, посмотреть, он так и бон, он сюда сдвигается. Да, фонарь зацепил. Изолентой заклеит. Еще может знать. Вот нормально. Ну все, этот нормально встал. Ну вот открылся. Финальная стадия. Ну все, этот припарковался нормально. Сейчас начнем выгружать. Ну, друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Мои трудовые будни.